Привет, дорогие друзья, с вами сегодня я, Паку, и сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Кстати, у моего друга теперь тоже Brawl Pass, у этого теперь. Давайте заберем бесплатный ящик. Угу. Чё тут покупать не будем. Новые события. И вы не представляете, сколько у меня накопилось квестов. Раз, два, три, по 500. Нет, 4 по 500. Типа, это мощно. Погнали за Поко в Брокбол или в парное. ШД. Парное, давай, ШД. Я беру Поко Шоколоко. Где он, где он, где он? Вот он. Секунду. Вот, кстати, мой друг печатает. Вот у него профиль. Кстати, у него очень много персонажей. Ну, прям дофига. Квестов у меня тоже дофига. Секунду. Сейчас пойдем мы в рыбарубку. Погнали. Ну, давай, готовы. Нажимай. У меня квест. Нам просто выиграть нужно. Это легко. Только не 8 раз. Видео выйдет, скорее всего, на минут. Ну, 20 максимум. Потому что качество либо будет плохое на Ютубе. Да, я никак не попаду по нему. Не обращайте на голос, просто я с утра. По-моему, у него атаку уменьшили, не? Все. Ну, пока живем нормально. У него такая шляпка. Тут. Еще всего 33 секунды. Ну, пойми совесть, наконец. Ой, вот эти самые, по-моему, это опасные. Я не знаю почему. Они самые жесткие. Все, есть. Давай лучше Тару возьму. Where I won't get worried. Ля-ля-ля, что творит? Ля-ля-ля-ля-ля. Стоящий гон.
Щеголь. Да, кстати, насчет видео, я не знаю, за Level Again может выйти вообще не в 720, а 480, а может вообще в 360. А вам это надо? А? Нет. Качество плохое, прям в глаза бум-бум-бум. Честно сказал. А что так сразу резко? Бум. Тихо, тихо, ты чё? Не психуй. Саня обрывается, жопа разрывается. Это. Ну ты чё? А, всё нормально. Тип-тип-тип-ти-пати-пати-пати-пати-пати. Так, а я не пойму, почему радио столько тут, а здесь ничего нету? Тогда зачем вообще это округление? М? Я что-то недопонимаю, но окей. Погнали. Сейчас вроде большой ящик открывать будем. Пока что легко, потому что это... Очень сложно, это эксперт, как минимум. Чё тупишь? Не тупи. Тут всего 9 вон. Мы уже на 4-й. А, уже 5-е. Мы больше половины пошли. Ой-ой-ой. Опять боятся руки вверх. Во-во-во, давай-давай-давай. Мочи-мочи его. Мочи какашку. Фу, какашка, сентиментальность. Ё. Опа, бум. Живём-живём. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля, щеголь, щеголь подошел. На, щеголь. О-о-о, прям тяжело, тяжело. Очень тяжело. Хотя не, нормально. Вот следующее будет уже слишком тяжело, я думаю. Открывать пока не будем, мы будем копить. Чё мы тут открываем пока? Да, большой ящик, потом 500 монет. Нормально. По полной программе. Карта так называется. На 9 минут пока что, еще 10 и все. Ой, а вчера-то сколько вышло роликов.
Точнее, уже сегодня. Но снимал я их вчера и выкладывал вчера. Фу, какая сентиментальность. Момент! Так, а эксперт же лучше, чем мастер. Робот. Я робот, дебилы. Тут. Фу, какая сентиментальность. Не зря. Хотя... Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Нормально. Живем. Ой-ой. Жопа горит. Потушите мою жопу. Я сдох. А все, мы тут слили уже. Ну, хотя не слили, но... До столкновения, парни. Серьезно? Ну, мы уже мастера вряд ли выиграем. Как минимум, он сложный по-любому. Пока что они... Ой, вот этот вот... Все, нам жопа, мы сдохли. Все, нам хана. А, ну да, все. Живем. Мы даже возродиться не успели. Блин, вот. Погнали лучше столкновение. Ну, ты... Как раз 5 раз надо выиграть. И там это, и из-за этого, и из-за этого. Ого, смешно. Дождись меня. Всем сейчас хана, ведь я сейчас убью тебя. Беги сюда, а ну-ка ты... Ай, уйди от меня! Ай-яй-яй-яй! Я не хотел тебя видеть, уйди, да. Та-та. Все, беги оттуда. Беги, Вася. Беги. Ран, Вася, не сдавшаться, мусор. Оп. Фу, какашка, сентиментальность. Натя.
Нате, а я уже сдох. Фу, какашка, сентиментальность. Я столько слил сейчас. Просто. Я возрождаюсь и подыхаю сразу же, моментально, просто. Фак, ну как? Ну вот как я сливаю? Чё они все такие сильные, а чё я такой слабый? Иди сюда, сейчас замочу тебя. А где? А где-то там, а где-то там, где-то там. А. Алло. Тихо-тихо-тихо. Ну, по крайней мере, квест выполняется. Фу, какашка, сентиментальность. Е-е-е. Кря-кря-кря-кря. Е-е-е. Кря-кря-кря-кря. Е-е-е. Кря-кря-кря-кря. Е-е-е. А давайте откроем. Все равно там... До мегаящика как... До Китая. И я в запой, и ты в запой, и мы в запой. Ребята, у меня вышел уже ролик. Хе-хе, лох-лох. Не догонишь, не поймаешь. А, иди в жопу от меня, Иди в жопу, я сказал. Иди в жопу. Ты серьезно? Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем наш видеоролик. Всем пока.